9 июля в Кадетской морской школе-интернат имени Героя Советского Союза Гаджиева города Каспийска состоялось вручение аттестатов ученикам 9 классов. Аттестат – это один из самых важных документов. Он открывает дорогу в дальнейший путь. Кто-то пойдет в колледж, кто-то пойдет в училище, кто-то пойдет в 10 класс, чтобы учиться в 11 и получить среднее образование. Но мы желаем вам всем успехов на этом пути. А также ребята получили свои первые свидетельства о профессии рабочего должности служащего. Этот документ гласит о полной профессиональной подготовке выпускника. Вручить свидетельство прибыли почетные гости, а именно заместитель директора по учебно-методической работе технического колледжа имени Серго Орджоникидзе Муслимат Гасанова, подполковник пограничного управления ФСБ России Республики Дагестан Исмаил Джафаров, военнослужащая пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан Юлия Козлова и другие. Я всем желаю выбрать ту профессию, ту специальность, которая вам нравится, которую вы хотите в дальнейшем реализовать. Вам всем удачи, счастья, здоровья и благ. Аттестат – это действительно, может, у вас первый, но, скорее всего, что не последний документ, удостоверяющий, что у вас голова на месте. Нам, например, очень приятно, что у нас такая молодежь. Это айтишники по-другому получается. Ну да, получились так. Очень, очень востребованная, скажем так, специальность, в том числе и в вооруженных силах, и в пограничных войсках. Мы хотим и вам, и тем людям, которые частичку своей души и знаний вложили в вас, вот, пожелать успехов. Завершилось мероприятие церемонии вручения и общим фото.